Конечно же, каждый футболист задумывается там, говорится, что он будет делать после завершения карьеры, и я не исключение. Единственное, что, наверное, я чуть раньше начал об этом думать, вот, и создал компанию. Может быть, сначала это было все достаточно сложно и трудно, но постепенно, как говорится, день за днем, год за годом, да, мы сейчас достаточно крепко и успешно стоим на ногах. Есть такая статистика, сколько компаний закрывается в определенный промежуток времени, скажем, становления, да? И, конечно, она удручающая, да, и если бы я бы это знал в тот момент, когда открывал компанию, я бы, наверное, больше бы думал, скажем, над тем, как ее развивать и что делать, да, потому что, как и любой амбициозный, активный молодой человек, я думал, что сейчас я, как я запрыгну на этот рынок, да как все возьму под себя, да как стану самым лучшим и сильным и так далее. Практически 2 года мне приходилось вкладывать свои средства собственные для развития. То есть это реклама, это увеличение офиса, это зарплаты и так далее. И буквально там месяцев 8 назад, 10, наверное, 10 назад мы вышли, скажем, и попали как раз в кризис, такой самый его момент, и как раз у нас каждый месяц плюс. Вот, что радует. Тренерам, конечно, это здорово, наверное, пойти там тренировать кого-то, может быть, даже детей, может быть, я не знаю, уже в команде мастеров и передавать свой опыт там дальше. Вот, ну, я не знаю, ну вот с одной стороны, вроде это логично, вот, а с другой стороны, ну как-то меня не тянет к этому. Вот. И я всегда говорил и говорю, что самое главное заниматься любимым делом. Здрасте! Здрасте! А что вы так все напряглись? Кто у нас тут без комплексов? Наташа, да, все у нас без комплексов. Все без комплексов? Как дела? Все отлично. Класс. Мы же самые лучшие. Мы же команда? Мы команда. Вот, я же говорила. Так каждый раз на собрании я им это вот все рассказываю, и они это знают. Первый, наверное, футболист, а тем более вратарь, который, скажем, создал агентство недвижимости, которое имеет отношение не только непосредственно к тому, что строится, там продается, покупается, да, у нас есть и юридические услуги, есть и другие возможности решать достаточно сложные какие-то вопросы, да, какой-то бизнес создавать и так далее. Безусловно, приходится распределять свое время, работа, бизнес, семья, хобби, друзья, там все что угодно. И для меня, конечно, это достаточно большая дилемма. Ну и пока я еще действующий футболист, мне приходится ходить на тренировки, ездить на игры. Может быть, я сейчас не играю, но все равно как бы занятость большая. Практически там, с 10 до 3 я занят футболом. Когда-то хотел я это купить. Большая была бы квартира, 500 метров. Вот единственный был ее недостаток, что она находилась не там, где мы хотели. Так что мы взяли в том месте, где, в принципе, живут, ну, практически большинство людей, кто может себе позволить приобрести недвижимость по максимальной цене. Наверное, основная задача моего бизнеса – это успешно помогать мне, как инвестору, вовремя вкладываться в какие-то проекты, а именно непосредственно в квартиры, которых, скажем, недооценены, или людям нужно очень быстро продать. Конечно же, я хочу как можно дольше оставаться в спорте, в футболе, и, может быть, даже не продолжу карьеру вратарю, да, но буду все равно около находиться рядом и что-то делать, все, что связано с футболом. Сейчас до сих пор снимаю фильмы документальные про вратарей известных, и практически каждые 2 года перед форумом европейским или мировым, вот, выходит какая-то часть про вратарей. А кофе почему мне не принесли? Это я вот так со всеми общаюсь. Это на самом деле я очень добрый, честно. Я добрый? Да, конечно. Я же говорю. Наша задача выходить на более высокий уровень, то есть в сегмент премиум, и за счет этого, за счет качества, за счет своих связей, возможностей, опыта, профессионализма, да, быть номером один.